Вы на канале Новости БП. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подозревается в покушении на насильственный захват власти и организации массовых беспорядков в октябре 2020 года. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев. Уведомление о подозрении было предъявлено 9 сентября этого года. Предъявлено уведомление по статье 39, статье 43 части 2, статье 309 УК РФ. Покушение на насильственный захват власти и статье 43 части 2, статье 264 части 1, 2, 3, организация массовых беспорядков Уголовного кодекса Кыргызской Республики, проинформировал юрист. Напомним, 5 октября в Бишкеке недовольные результатами парламентских выборов граждане вышли на митинги. Акции протеста переросли в захват Белого дома. В ночь с 5 на 6 октября из колонии были выпущены политики, в том числе Алмазбек Атамбаев. 9 октября на площади Ала-Тоа в Бишкеке вновь состоялся митинг, где произошла потасовка между сторонниками Сыдыра Жапарова и его оппонентами, где в машину Атамбаева был произведен выстрел. Позже Атамбаева и других политиков, освобожденных из колоний, вновь арестовали.